Всем привет, друзья! В эфире мега крутая распаковка. Погнали, так. Взял тебе куркумы черного перца. Это у меня все вышло на 80 рублей. Так, погнали дальше. Из кулинарии сосиска в тесте. Сосиска в тесте 58 рублей. Также зашел в узбекскую кухню, взял себе плов. Плов подорожал. Был 220, стал 250. Печально, печально, конечно. Дальше погнали. Кетчуп. 79,99. Вот такие вот макароны. 49,99. И рулет от Яшкина. 79,99. Это сеть магазинов Кировский. Общая сумма на 209 рублей. Что-то все на 9,97 копеек. Все, на этом мега крутой обзор закончен.